Меня зовут Лазарь Ифлеев, я играю в команде «Родина». Впечатления от игры? Очень яркие впечатления, очень хорошо играли, поставлю оценку 5. В нападении очень хорошо играли, в полузащите и в защите. Как свою игру оценишь? Свою я оценю, тоже, не буду себя хвалить, но на 5, и команду игру тоже на 5. Несколько проникающих пасов делал, так планировал? Да, планировал. Думал, куда давать, и дал пас. Голы какие тебе сегодня понравились? Да мне все понравились. Во втором тайме вышел у нас Матвей на ворота. Думал, что все, мы уже, они набьют нам много голов, но Матвей оказался хорошим вратарем. Как подготовка прошла к сезону? Хорошо, готов. Долго ждал этих игр? Да, долго. Как вы, готовы играть? Конечно, всегда готовы. Как тебе форма, эмблема? Форма хорошая, эмблема большевата. Что ждешь от сезона, от игры? Побед. А от игры... прогресса. Как отнесешь, что несколько игроков в 4-й год перевели? Что? То, что Андрей там и еще ребят в 2004 год перевели. Ну, чуть-чуть, можно послабже там была игра, и все. А они что говорят про этот переход? Не знаю. Не общался над тем? Счет 9-0 или 8-0. 10, да, нормально. Сам, если тебя переведут, 2004 готов играть? Да. Не затеряешься? Нет.